Как подключить своего партнера в командный чат? Пошаговая инструкция. Итак, коллеги, нас уже 90 человек. Если у вас возникает необходимость добавить в наш чат, в котором будет идти вся движуха по тренингу, своего партнера, можно, конечно, обратиться за помощью к Виктории, но можно сделать проще. Ваш партнер должен быть в списках контактов вашего скайпа. Я сейчас добавлю очень ценного человека, это Влад Петров. Те, кто дойдет до второго этапа тренинга, автоматизации, вот все программы, которыми будем пользоваться, он автор этих программ. Я выбираю наш командный чат VivaStars. В правом верхнем уголочке нажимаю на иконочку «Человек плюсик». И в строке «Поиск» набираю имя добавляемого контакта. Пишу «Влад», и вот он уже найден. Ставлю напротив Влада галочку на автоматически. И вот человек добавился. Можно добавить еще кого-то, то есть удалить Влада, набрать там Лена, добавить Лену. Но Лену добавлять не буду. Когда вы добавили нужные вам контакты, нажимаем на кнопочку «Готово». И в нашем командном чате появляется запись, что я или вы добавили в беседу и добавили кого. Вот так все быстро, просто, и не надо никого ни о чем просить, и не надо ничего ждать. Всем успехов! Если у вас будут еще какие-то вопросы по программам, сервисам, можно, конечно, и нужно пытаться разобраться самому, но можно, конечно, обратиться за советом к технической поддержке, то бишь ко мне. Всем успехов! До свидания!